Так выглядит детский лагерь без детей. Как-то скучно и грустно. Хорошо, что скучать осталось совсем немного. Ведь детский корпоративный лагерь АФК начинает свою работу. Это уникальный социальный проект для сотрудников корпорации и их детей. Его поддержали и помогают реализовывать многие наши друзья и партнеры. Огромное спасибо компании МГТС за подготовку их филиала пансионата «Искра» к приему детей по всем самым строгим правилам. Два слова о лагере «Искра». Это невероятно живописное место. И это всего лишь в 50 километрах от центра Москвы. 12 дней. Именно столько длится одна тематическая смена, которых за 3 летних месяца будет 6. У каждой смены своя тематика. Здесь будут мастер-классы по биотехнологии, химии, математике, генетике и даже экономике. Выбор большой, и он только за вашим ребенком. Стать олимпиадником по математике или художником-иллюстратором, или создать свой стартап. Необходимым навыкам его обучат профессионалы из ведущих российских компаний и учителя из лучших школ Москвы. Тренироваться дети будут не только умственно, но и физически. Для этого есть футбольные и волейбольные площадки, а также большой крытый бассейн. Смена – это маленькая жизнь, и важно, чтобы она была комфортной и безопасной. Комфорт обеспечат 2- и 3-местные номера, а безопасность – надежная охрана территории и круглосуточная медицинская помощь.